Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Готовое интерьерное решение без наценок – философия компании «Вирум». Наши технические возможности позволяют воплощать ваши идеи. Лепсе 12, телефон 69 400, без выходных. И в конце выпуска о прогнозе погоды на завтра. С ним вас познакомит Алина Мозгова. Хорошая погода в этот день – примета того, что тепло задержится надолго. Можно смело отправляться на рыбалку и рассчитывать на хороший улов. А багряный восход солнца обещает, что лето будет жарким, с большим количеством пожаров. Так гласят народные приметы. А я вам расскажу о погоде на завтра. 28 мая в Кирове ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 22, ночью плюс 15 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Хорошей вам субботы!